Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть Tom Candy Run. Ну что же. Так, Хэнк конфетку за конфеткой поглощает. Пора бы нам, наверное, пробежаться маленько, да? Что вы на это скажете? У нас 31 уровень. Так что, ребята, вперед и с песней. Так, собирать будем мороженое на этот раз. Опа. Все пока отлично. Ускоряемся. Есть. Плюс магнитик мы схватили. Отлично. Упс. Так, подрастаем и все сбиваем на своем пути. Что нам тут будет? Блин, уменьшились. Ладно, не беда, еще магнитик. Вот так вот. О, уморожен. Тихонечко. Хэн, ты меня не пугай, так, а, пожалуйста. Я уже думал, сейчас как упадешь, и мало нам не покажется. Интересно, а если мы упадем, мы проигрываем сразу или нет, а? Ладно, об этом потом. Первым делом нужно хватать мороженое. О, магнит. 275 мороженок нужно нам схватить, а у меня еще лишь очень-очень мало. Да елки-палки, что он не запрыгивает-то, а? Ну, Хэнк, по-моему, мы в этот раз с тобой не успеем набрать, к сожалению. Да, вот он, енот, который от нас, как обычно, убегает. 225, да и то не набрали, потому что звездочка не загорелась. Ладно, не беда, продолжаем играть с вами. Так, енотик у нас перебегает на 32 уровень, и мы с вами продолжаем. Так, леденцы будем здесь хватать. Сладости. Йо-хоу, ничего себе. Ой, елки-палки, я пропускаю леденцы. А это же наша главная вкуснятина. Так, что-то как-то мы тут быстро слишком бежим, по-моему. Я даже не успеваю сообразить, что здесь нужно хватать в первую очередь. Ой, чуть не упали опять, а. Давай, вкусняшки. Какие-то стулья тут мешаются нам. Зачем они здесь вообще нужны? Лишняя преграда для нас, да? Вау. Слушайте, пока все очень даже хорошо. Так, конфетки. Главное их все ловить. Отлично. 100 штучек нужно. Ну-ка, вот эти вот ловим. О, магнитик. Отлично, ускорение. Да, ребята, мы с вами собрали. И за это нам полагается приз в виде сундучка, я надеюсь. Ну-ка, давай посмотрим, что из него выпадет. Сердечко, которое мы можем, кстати, прапать. Но я им не пользуюсь, в принципе. Поэтому дракончика пока не хватает. Хотя вот дракончика бы можно было бы улучшить. Ну что, поехали. И нам нужно собрать с вами 45 розовых печенек. Ну, надеюсь, у нас это получится. 45 всего лишь. Ну, надеюсь, их здесь будет достаточно. А он мне почему-то бросает клубничку. А, ты посмотри. Ну, енот, ну и хитрый же, а. Во, пошли. Тихо. Так, ловим. Вот, смотрите. Ой, зачем я перепрыгнул-то их? Ой, совсем попутал. Ребят, ну, конечно же, я пропустил очень много печенек. Я все время боюсь, что вот этого именно я и боялся. Что получу повреждение. И, наверное, мы сейчас с вами так не успеем добежать, потому что здоровье очень быстро тратится. Ай, ускорение, во-во-во-во, вот они, родные печенюшки. Да, придется тратить, наверное, нам алмазики. Ох ты, ну-ка, 45, ну дайте. Эй, чуть-чуть, наверное, нам не хватило, чтобы получить 3 звездочки. Блин, обидно-то как. Ну, правильно. Размешкался, растерялся. Ну что, 170 клубничек. Если он сейчас будет нам давать, как в предыдущем уровне, клубнички, то, пожалуй, мы выполним эту миссию. Да ладно, по одной, две. Чё так мало-то, эй? Я на это не подписывался. О, да ладно вам, хватит так вот прикалываться. Так мало клубники дают. И нужно 170. Перепрыгнул. Что ж так не везет-то. Так, вот это вот надо, вот, все поймали. Ребят, ну это никуда не годится. Их очень здесь мало. Почему енот не разбрасывает их, а? Как бы мне этого хотелось, чтобы их было побольше здесь. Так, отличненько, подобрали. Магнитик, отлично, успели. 130, уже даже больше. Ну-ка, вот это вот подберем. Да, смотрите-ка.
Мы с вами выполнили это задание. Мы собрали 170 клубники. Теперь остается только лишь добежать. Ой! Увлекся немножко, ладно. Хорошо, что у нас все-таки много кристалликов, и мы можем потратить их. Да, получаем также в подарочек, наверное, сундучок. Зелененький. Что нам достается из него? Том. Ну, монетки и кристаллы. Хорошо. Кстати, Тома можно улучшить. Я, наверное, это, пожалуй, и сделаю. И, может быть, даже поиграем им. Тут у нас как раз сундучок. 35-я миссия. Потому что Хэнк, он как-то вот ускоряется. Я даже не знаю, чего от него ожидать. А у Тома я не помню, если честно, что у него за супервозможность. Ладно, давайте возьмем его. Он у нас 3-го уровня. И попробуем. Ну, если нам не понравится, мы его в любой момент сможем поменять. Да, здесь у нас будет даваться большой сундук. 240 вот этих вот карамелек нам нужно собрать. Что-то я, к сожалению, не вижу, чтобы у Тома была какая-то суперспособность. Оу, стрелочки. Стрелочки сделаны из карамелек. Неплохо. Ну что, почти 200 карамелек мы с вами собрали. Уже 200, еще 40 штучек осталось. Воу, сделали, ребят, мы выполнили это задание. И мы получим с вами большой сундук. Конечно же, посмотрим, что там в нем. Уху! Дракончик, правильно, давай. Освобождай мне путь, чтобы я бежал себе. Оу, спокойненько. Ну как же так? Вот о чем я вам и говорил, что от дракончика никогда не знаешь, что ожидать. Когда он будет пыхать, когда он не будет. Ой, фу ты, повезло. А так бы, а как вот там можно было бы пробежать, ребят, да? Такая гряда этих стульев. Если не брать вот это вот увеличение, магнитик пропустил. Жаль. Ну, смотрите, какой большой длинный уровень. Я уже в самом начале игры набрал все эти конфетки, а мы еще столько с вами бежали. Ну и давайте нам супер сундук. Так, что у нас в нем? Дракончик, эх. Я уж было подумал улучшим, но нет, к сожалению, не получится. Что у нас? У нас только дракончик и сердечко, но там еще, понимаете, единорог какой-то будет. О, маленькие какие-то кексики. Это все мы, ребят, забираем с вами. Что такое? Оу, Анжела. Анжелу бы тоже прапать, конечно, не помешало бы. Но это все потом. 36-я миссия. Пирожные, значит, да? 250 штук нужно нам поймать. Но почему-то нам дают одни деньги, а? Вот они. Пирожные, ловим, ой, упустил. Ладно, ничего страшного. Будем надеяться, что этот уровень тоже очень-очень большой. И хватит нам времени. Ой-ой-ой-ой-ой, я маленьким стал, вот. Чтобы поймать все эти пирожные. Да что ж такое-то? Они мне нужны, вот, опять подросли. Ну-ну-ну-ну, давай, ну немножко. Чуть-чуть всего лишь осталось нам. Эх, наверное, не хватит нам. Ну где пирожное-то? Ну, почему одни монетки идут? Ай-яй-яй, как еще и ударились. Да, ребят. Наверное, я слишком много пропустил их. Хотя мне показалось, что вроде бы как... Ну, может быть, там штуки 2-3 осталось где-то позади. Ладно, 37-й уровень у нас. Давайте пытаться здесь. Так, опять же, нам нужно 300 леденцов. Почему-то они, честно говоря, похожи на какие-то бобы. Ну, раз у нас за сладостями, так, значит, это все-таки карамельки какие-то. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ай! Так, давайте-ка. Как же так, ребят, ну правильно так усложнили. Ой, еще ускорение взял, зачем? Зачем это нужно было делать? Ай, опять, наверное, мы с вами все-таки не сможем собрать. Очень много я пропустил. Я даже это заметил. Вот как вот здесь можно все это собрать, а? Ну, посмотрите. Тут на выбор. Или с краешку собирать, или серединочку. Другого выбора нету. Да, заведомо проигрышная миссия у нас.
Ага, все хорошо. Ну, пока что мы только 200 собрали, а нужно 300, это еще 100. Чувствую я, что не хватит нам. Правильно, они тут дают зачем-то нам яблоки. Если у нас, по идее, сбор... Да что такое-то? Сбор вот этих конфет, то зачем нам, извините меня, яблоки, да? И монетки. Не вижу немножко логики в этом, конечно. Может быть, чисто для отвлечения, если только так... Да, к сожалению, где-то 250 я собрал конфеток, не хватит. Оу, я получил 4-й уровень. Ну, давай глянем, что здесь. Опять сердечко. Монетки, кристаллы. Слишком много дают нам сердечко прапывать. 38-я миссия, ребят, тут уже недалеко, кстати, и до конца этой карты. Там уже начнется новый уровень. Опять 260 мороженок нам нужно собрать. Ускорение. Зря, хотя магнитик это очень хорошо. Когда у тебя есть ускорение и магнитик, это хорошо, конечно. Когда очень много препятствий, хорошо быть большим. Так, магнитик, отлично. Давай, давай, а что это, они трясутся? Нет. Я уже думал, они будут падать, но нет, все отлично пока. Ловим, ловим, как можно меньше пропускаем. Вот так вот. Ой, увлекся, засмотрелся, ребят. Ну, давай, Том, попробуем собрать с тобой 260 мороженок. Их, надо было по низу бежать. А мы с вами прыгнули на самый верх. И это очень плохо. Да, не получилось опять у нас, к сожалению. Что-то слишком много мы пропускаем. Обидно, конечно. Но ничего я с этим поделать не могу. 39-я миссия, ребят, у нас. Клубничка. 95 штучек. А тут, в принципе, и следующий этап начнется. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я, наверное, буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И удачи!